Всем хай! С вами Юджин, и добро пожаловать в игру Mother. Мы уже с вами третий эпизод записываем этой игры, и что я могу сказать? Если где-то и существует в мире счастливое и беззаботное детство, так это в этой игре. Мы с вами дадим этим двум детишкам-ребятишкам самое беззаботное детство, которое когда-либо вообще существовало в этом мире. Потому что все заботы мы возьмем на себя. Да? Да. Что это? Заставка. Окей. А я уже не помню, на чем мы остановились. Вроде бы все было хорошо. А, да. Кто-то смотрел в комнату к Тиме. Кто-то заглядывал туда. Тиме ворочался, и этот кто-то очень наслаждался тем, что он видит. Я чувствую, что это как будто я. Потому что мы смотрим из глаз этого человека, и они как бы меня заставляют быть им. Я не знаю, что чувствовать. Он был человек, который смотрит так же, немножко смущен. Он хотел просто по лестнице наверх залезть, посмотреть на звезды через телескоп. Но в итоге просто такой его, случайного взора, так хоп, открылась картина. Окно открыто, и там мальчик спит. Что чувствовать при... Окей. Просыпаемся. Помните? О, блин! Вот это да, я хотел сказать про игрушку. Так, Кайла, хрен ли ты пугаешь мать? Боже мой. Сейчас, погоди, у меня тут сообщение. Так, от Эми, от соседки. Так, я не помню. Мэри, я начинаю беспокоиться об этих шумах, которые я слышу в здании. Ты их не слышала? Такое ощущение, как будто кто-то ходит вокруг, ищет что-то или кого-то. Я не знаю. Я не смогла его как следует рассмотреть. Это тот человек, который, получается, смотрит в окно к моему сыну. Так. Иногда он внезапно останавливается, как будто он пытается что-то, к чему-то прислушаться. Я больше не могу спать, Мэри. Это просто пугает меня. Может быть, мне позвать полицию? Окей. Точненько. Значит, у нас сейчас мама посмотрит список дел. Выпить чай, чтобы расслабиться. Видишь, доченька, тебя нету в моем списке дел, так что сдрысни с дороги. А, ты нервируешь меня. Где мой чай? Где мой чай? Неси мой чай. Кайл разбудил меня. Он играет с картинками. Новое задание появилось. Черт, какое же. Понятно, починить все картины. А, вот что он замутил. Ну ты и мальчик, конечно, урод. Как-то так. А, мы можем сами определить, что для нас является оптимальным. Погодите, она разве не должна быть вертикальная? Нет? Горизонтальная? Я уже не помню, сейчас, я не обращал внимания. Кайла, спать! Мне скучно, ну так спать. Сейчас, погоди, да, перестань говорить, когда я с тобой говорю. Да, блин, не то нажал. Я колесико перекрутила, вот все, вали спать. Люблю тебя. Свет выключай. Что? А, здоровье улучшилось. Ну, конечно. Мы же оптимально ведем себя с детьми. Делаем все так, чтобы... Они... Кто? Кто оставил? Печенька, дадим нашему сыну. Наш сын! Где наш сын? Наш сын! Вон стоит! Мне издалека показалось, что это Грэнни. А еще это похоже на зубы. Они специально сделали такую картинку, что как будто бы это пасть в башке. Сын. Привет. Возьми куки. Спасибо. Ну, видите, как хорошо. А теперь, блин, спать быстро. Так легко быть матерью, оказывается. Окно закрыл, сына спать уложил и забил. Все, больше ничего не надо. А где все картины, собственно? Так, не ворочайся. А, погодите, свет надо ему выключить. Все. Спи. 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 Давай я тебя сфоткаю. Фотка получилась, странный звук затвора у меня получился. Воу. Воу. Нифига себе, Кайл поиграл с картиной. Просто всрал мне ее. Вот так? Что-то не то. Она как-то ощущается неправильно. Это считается, что я починил? Походу, да. А здесь? Ах ты, тварина. Ладно, вот это вот точно известно. Ой, что это? Ой! Горизонт! Горизонт, весь горизонт наклонился. Смотрите. Я чувствую теперь, что это вверх.
горизонт всей квартиры сместился. Блин, это правда происходит. Свет включить, я что-то страшно стало внезапно. Что-то так тихо, ничего не предвещает беды, но беда где-то здесь и предвещает сама себя мне. Что-то не так, со стенами что-то не так. Смотрите, этого не было, они были нормальные. О, мамка приняла не те таблеточки, судя по всему. Посмотрите, ой, никогда такого еще не видел, чтобы игра с горизонтом игралась. Чувствую это. Вообще, как будто мы на корабле. Где еще картина? Сколько ей? А, вот. Хорошо. Мы картины ставим на место, но при этом все вокруг вверх дном переворачивается. Я вообще не помню эту картину. Хорошо. Так, everything most... А, все должно быть ровно. Особенно, блин, квартира. Знаете, еще стало. Еще хуже стало. Включить свет. О, блин, испугался глобуса. Кайла, как делишки? Тебе не кажется, что что-то не так? Что с обоями? Это всегда так было? Ты не против, если мамочка оставит сегодня свет включенным на всю ночь? А, все слезает. Рады, вот так, так не было. Окей. Я думаю, я просто... Не знаю, чуть не... 2 из 5? Да ладно, я же целую кучу сделал. Стоп, погоди. Погоди, я целую кучу картин повесил нормально. Давайте пойдем еще раз. Еще раз пройдемся. Вот, например, вот эта картина. А, мы ее не до конца поправили. Что теперь? Как? Ну дальше... Все, она просто переставала крутиться, я подумал, что что-то не так. Во! Не позволять хаосу пробираться в наш дом. Сообщение от Карла. Так, это брат, получается, моего мужа. Я знаю, заботиться о двух детях сложно, самому, но тебе нельзя позволять хаосу устаканиться. Короче, надо хаос вон из дома. Out of my house. Понятно? Итак, значит, вещи должны оставаться в порядке, в чистоте. О, ему вообще легко говорить. Он где-то там, хрен знает где, свою счастливую жизнь живет, а у меня тут горизонт наклонился. Не позволяй чилдренам своим бардак устраивать. О, да. Используй ремень. Используй палки. Используй хворостины. Ставь их на горох на сухой. Так, это поможет. Бардак устранить. Так, Джек would have wanted you to raise. Короче, Джек хотел бы, чтобы ты воспитал его детей как следует. Но Джек мертв, между прочим. Смотрите, смотрите. О, посмотрите на пол. Ладно. Где-то еще картины. Кто? Кто, блин, странный звук издал? Это кресло-каталка покачалась. Сама? О! Мы ее можем качать! Прикольно. Давай еще раз. Она прям через доску это делает. Хорошо. Я еще... вот эту картину я не привел в порядок. Я понял. Давай. Уф! Оно стоит! Оно стоит! Ты меня больше напугал, если честно. Ты уж прости, но ты меня очень сильно напугал, мальчик мой. Так. Мам, это что, Томми? Да какой бы там Томми? Ты что, дурак, что ли? Иди спать! Иди спать! Отойди от светильника! О, все, хорошо. Не Томми, спать! Послан спать! Послан спать быстро! Пойдемте. Пойдемте просто отведем сына в кроватку. Сына! Ладно, я должна подойти пообщаться с этим молодым человеком. Очень привлекательным, между прочим. Ого, нифига. Это был как будто из Дума. Сынок, ты чё? Ты чё приуныл? Сынок. Ты чё, плачешь? Все нормально. Почему Томми ведет себя так странно? Ты видел, как он выглядит? Томми не существует. Где печенька? Я тебе дал уже печеньку. Все.
Вторую не получишь. Он идет за мной. Как же Кайла. Мама, я не пойду туда, в эту стрёмную комнату. А, нет. Музыка. Блин. Они знают, как меня пугать. Они умеют свет повсюду включить. Слышите меня? Охренеть. Записка. Заходим. Эта картина всегда тут была? Она всегда была такой? Я что-то уже не помню. Что-то меняется. Где записка? Прости. А, гениально. Музыкальное оформление просто... Томми. Точнее, Тимми. Кинь, я забыла, как там, Кайл! Охренеть. Фикс? Вот. Вот так оно должно было быть. Оно всегда было так. Блин. Это офигительное музыкальное оформление. Мне вот поэтому нравятся фильмы ужасов от студии A24. Реинкарнация, Солнцестояние. Это потому что они... Блин, это моя комната. Томми, Тимми, прости меня. Не туда тебя привела. Где ты вообще? Где твоя комната? Она в другую сторону. Короче, мне нравятся их фильмы, потому что они вот так вот прекрасно музыкой работают. Да и картинка у них офигительная. Они очень круто на психику действуют. И ты фильм смотришь вроде как без скримеров. Я всем советую. Это просто крутые ужастики. Так, здоровье улучшилось. Крутые ужастики. Солнцестояние и... Короче, называется у нас реинкарнация, но по-английски это hereditary, то бишь наследственное. Что, по-моему, больше как-то описывает этот фильм. Но, короче, посмотрите. Это прекрасные фильмы, они без скримеров вообще. Но, блин, ты за весь фильм просто уничтожишься. Ну, по крайней мере, на меня это очень хорошо сработало. Кайла? Да ты тут? Кто сидел на твоем пуфике? Кайла. И снится прекрасный сон, судя по всему. Я пошла к себе в комнату. Да пошла я к себе в комнату. Итак. Tea! Drink tea! Все, go! Мне не нравится, что тут очень темно в этой комнате. Как здесь? А, хорошо. Так, вот этот чайник. На чем ты... Тут нет плиты! Как он может свистеть? Так, вода все еще нагревается. Зачем он нагревается? Это даже не плита. А, может быть, это электрический чайник? Ну, такое возможно. А где мне воду взять? Где вообще раковина здесь? Что это за кухня такая? Все, не ори. Все еще горит. Они специально это делают? И на нервы мне действуют? Окей, вода вскибедилась. Окей, что я делаю? А че я сижу? Кто такой? Ладно, давай дринкнем. Дринкнем. А какая кружка? Долго они моделировали, интересно? Мне нравится, что... На самом деле, я просто прикалываюсь, но мне нравится, что она вот такая вот странная. Так. Только так и пьем чай. Сидишь и просто тупо пьешь. Я закончил? Нет? Нет. Мне надо много чая. Я хочу... Можно встать? Мне уже некомфортно как-то сидеть пить чай. Почему я смотрю в темную комнату? Или куда я смотрю вообще? То есть я в комнате. Это кухня. Сейчас кто-то из темноты, да, такой? Бу! О, потолок прям давит мне на голову. Сколько я чая налила туда? Я вообще пью чай? Кружка выглядит пустой. Я имитирую. Я мим. Мама мим. Я имитирую питье чая и имитирую мать. А, сообщение. Погодите. Кто написал? А. Итак, он очень любил своих детей. Я помню, он был так подавлен.
когда ты не смогла выносить его третьего ребенка. Он что делает? Что он делает? Почему он на нервы мне действует? Я потеряла мужа только что. Какого хрена ты начинаешь? Просто вычмаривает меня такие пассивно-агрессивные эти выпады свои. Это был очень грустный день. Так, ты думаешь о Томми иногда? Томми это не родившийся. Кем бы он мог бы стать, если бы у него был шанс вырасти, как его брат и сестра. Спасибо, блин, Карл! Я не знаю, ты любишь об этом говорить? И извини, что я поднял эту тему. Но если все в порядке. Мастер пассивной агрессии. Я ненавижу таких людей. Хочется его просто удавить, удушить. Ты не знаешь, каково это быть мной. Как ты смеешь говорить так со мной? Свет включить. Я домой. Я спать. Ой, блин, да почему свет везде выключается? Ну, кто так делает? Все. Окей, все выполнено. Я гоу спать. О, нет. Опять свет везде выключился. Да что за ресет каждый? Это гениальный элемент. У меня паранойя начинается. Мне кажется, что каждый раз, когда открою глаза, я что-то увижу, но я не могу не открывать глаза. Мать! Я не готов. У меня внутри все сжимается. Спи, мать! Блин, спи. Фух, хорошо. Они идеально передали вот это ощущение, что трудно уснуть, потому что ты постоянно на что-то обращаешь внимание. И такой... Так, басы пошли. Где мы находимся? Что такое вообще? Мы как будто бы под чем-то или в чем-то. Итак, здоровье детей просто потрясающе. Почему-то братику как-то лучше живется. Мой любимчик. Любимчик. Не говорите Кайли. Опа. Опять заставочка. Я ничего не делаю. Оно уже в доме. А! Кто разрешал тебе вставать? Куда пошла? Ну куда ты пошел? Дети совсем от рук отбились. Куда пошли, пока мать спит? Что ты там делала? Кайла? Да-да-да, я с тобой говорю. Подошла быстро. Да! Я теряю контроль. Никто не смотрит. О, нет. Может, я просто усну в жопу этот день. Я чувствую, что день будет не самый лучший. Я усну в жопу его. Ты же заставишь меня встать, игра, да? Заставишь меня встать. Можно ли просто вот не вставать? Да, возможно, здоровье детей в кал уйдет. Так, сообщений нету. Я сначала везде включу свет. Интересно, это влияет на концовку или что-нибудь типа того? Тут вообще есть такое? Задание. Нету дел. Нахрен я вообще встала сегодня? Блин. Так, дети. Сволочи, я ненавижу вас. Сейчас я такая, а хоп, и вас не будет, да? Думаете, я вот напрямую к вам, да, подойду? Хрен бы там, сюрприз, мадафака. Сюрприз, мадафака. Сюрприз, мадафака. Что вы ста... Было бы сейчас стрёмно, если бы я оттуда выглянул такой. О, блин. Я вот сам додумываю всякие сценарии, мне страшнее становится. Хрен ли, хрен ли. Ты рыжий. Ты бесишь. Не, рыжий меня не бесит, потому что... Я сам рыжий немножечко, так что... Я могу говорить, что рыжий бесит. Пошел спать. Let's play hide and seek first. Ты что, англичанин, что ли? Мы играть с ними будем. Так, 10, 9... Okay. Один, два, три, четыре. Кто там качает? Пять, шесть, семь. Кстати, вот такой логике можно следовать и дальше. Если я чуть-чуть рыжий, я могу смеяться над рыжими. Если я чуть-чуть блондин, я могу смеяться над блондинами, да? Если я человек, я могу смеяться над людьми. Вот. Все, задание. Найти тварь. Почему? Кто свет выключил? Поэтому давайте все дружно друг над другом будем угорать. Почему бы и нет?
Год. Мой год. Фу, да что ты, прям сраный глобус меня пугает. Они специально его поставили здесь? Тут! Нет. Резко закрывать. Тут! Нет. У меня в комнате? Я запрещала ко мне в комнату идти. Итак, задание. Найди детей. Нету. You want to play hide and seek? Так мы и превратились в Грэнни. Вот это чьи башмаки? Просто чьи это башмаки? Посмотреть. Ничего нет. А куда дети-то все делись? Что? Опен. А! Блин, ты чего выскакиваешь, мразь? Как ты меня нашла? Господи, нервы, нервы. Че я встал? А че я стою? Эй, я не могу идти. Че? Я не могу идти, все. Оп, опа. Блин, что? Опять не могу идти, закрой дверь. Кто там еще? 30 клоунов сейчас оттуда выползет. Я не могу. Я... Мне стамину повредили. Что происходит? Свет включить, свет выключить. Смотрите, но мне кажется, все-таки глюканули. Мы глюканули. Я постараюсь сначала зайти по-нормальному. Вот так вот. Оп. Да-да-да, я тебя нашла. Все. Ура, я могу идти. Окей. Фу. Да. Короче, мы просто как-то неудобно встали. Неудачненько совсем. Ой, блин! Все, всрали немножечко стамины. Опа, печенька. Раз за каждый испуг мне будет давать печеньку, я не против. Тимми! Ты где? Маленький упырь. Тебя здесь нет. О, ты кто? Дочь моя, что ли? Ты в порядке? Я знаю, что у тебя здоровье поменьше, на печеньку. Вот. Кто издал? Блин, призраки. Хорошо, он по-любому здесь. Нет. Где я еще не смотрел? Где я еще не смотрел? Так, а ты пока спать пошла. А, нет, она все еще хочет играть. Хорошо. Мы вот здесь еще, по-моему, не смотрели. Вот ты где, фу. Че ты выскакиваешь-то? Как он там вообще поместился весь такой? Куда пошел? Спать. Опять? Ладно. Все, играй. Твоя очередь, мама. Теперь найди место, чтобы спрятаться от нас. О, блин. Я так и знал, что это будет сейчас происходить. Не подгляд. Хрен. Отвернитесь. А. О, сообщение, погодите. Карл. Так, я только что наткнулся на некоторые медицинские бумаги от Джека. Там говорится, что Томми не умер при рождении. Ты можешь это объяснить Мэри? Мразь, ненавижу Карла. Хорошо. Самотактичность. Нам, смотрите, нам целую стамину одну всрали. У нас теперь только одна. Ой, две точнее. Еще Евгений умеет считать. Хорошо, давайте сюда залетим. Я прячусь. That's... Слишком маленькое пространство, чтобы спрятаться. Блин, надо побольше. Конечно, ну конечно. Вот, я спрячусь прямо вот здесь. Они совсем не видят и не слышат. О, мама креативная. Мама знает, как прятаться. Ну сейчас меня найдет, скорее всего, этот монстр. Монстр. Или он вообще тут со мной рядом сидит. Мы игнать? Это монстр. Это монстр! Ты монстр! Слышите?
шастает. О! Почему я детей своих боюсь больше, чем этого монстра? Нашли меня, молодцы. Теперь быстро спать. Готовы? Готовы. Так, малыш, спать. Закрыть его дверь. Пошли спать. Фу. А, так идет пританцово. Хорошая походка, мне нравится. Расслабленная. Что это? Это что такое? Стамина. О, кусок стамины просто нашел. Прикинь, дочур. Просто стамина лежала. Надо закрыть. Все, и кажется, моих задач больше нету. Задачи все мои исчерпаны. Я спать. Да, да. Хорошо. Терпим, 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 терпим. Блин. Нахрен. Что там падало? Все, теперь не могу. Я хотел расслабиться, вот только хотел такой, ладно, попробую просто спать. Жуть, жуть. Я думаю, на этом все. На этом хватит на сегодня. Очень крутая игра, блин. Побольше бы таких игр необычных. Когда ты вообще не понимаешь, что ожидать от них. Они такие нестандартные. Тем не менее, у нас Кайл максимально здоров, почти что максимально, а Кайла немножко хворает. Но мы ее печеньками накормим, это должно быть помочь иммунитету. По идее, это так работает. Короче, огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. А также заходите в мои соцсети, все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, я уже это 1000 раз сказал, но вы должны это знать, чтобы не забыть на всякий случай. Короче, всем пять, раз, два, три и пять!